камень и хворе. И ныне Дух Святой говорит слово мое к Ревиду Слободе Фрайде, как много званых, но так мало избранных. И хочу, чтобы вы передали всем к Роману Фрайде. Сейчас уже в это время сбывается это слово к Романту Фрайде. И так многие ждут этого пира к Романту Фрайде. А я говорю к Ремену Слободе Фрайде через братские уста. Я зову на пир каждый день к Романту Фрайде на это место, потому что здесь подается пища моя, говорит Господь Роману Фрайде. И как многие думают услышать голос Духа Святого, когда буду стоять при дверях, говорит Господь, если сейчас не могут слышать, говорит Господь. А я призываю на эти пиры к Роменту Слободе Фрайде каждый день, чтобы имели общение с Духом Святым, говорит Господь, чтобы ухо каждого было настроено на Дух Святой, когда позову, говорит Господь, Ремену Слободе Фрайде. И как огорчается сердце мое к Роману Фрайде, когда призываю всякий день прийти на этот пир к Роману Фрайде и слышу в ответ: а у меня дети, а у меня работа, к Ромену Слободе Фрайде. И этот зов скоро прекратится, Роменту Слободе Фрайде. И как многие поищут, чтобы позвали на этот пир, говорит Господь, и не будет этих пиров к Ромену Слободе Фрайде, потому что мой народ будет в великом рассеянии, говорит Господь Роменту Фрайде. Рассею свой народ, Роменту Слободе Фрайде, потому что это будет последнее время, когда буду собирать в житницу зерно свое. И как много тех, которые еще к Ременту Слободе Фрайде, слыша слово мое к Ременту Фрайде, не пришли на место покаяния, потому рассею свой народ, Рабаду Флайде, и пойдете в домы к Ременту Фрайде, и будете говорить слово мое, чтобы пришло еще великое покаяние, потому что еще великая жатва пред концом будет, говорит Господь Роменту Фрайде. А как много тех, которые не припоясаны к Роману Слободе Фрайде, и как пойдут говорить слово мое, если нет припоясания моего, потому к Роману Фрайде будет допущено рукой моей, будут издаваться такие законы к Роману Фрайде, что будут многие говорить к Ременту Слободе Фрайде: не мог Бог попустить такого, а я говорю, будет попущено, чтобы мой народ был в припоясании к Роману Фрайде, стоял на постоянной страже, говорит Господь Ревиду Слободе Фрайде. И когда учищу свой народ и приготовлю к Ременту Слободе Фрайде, и будет припоясан мой народ Роменту Слободе Фрайде, рассею к Ревиду Фрайде и в припоясании пошлю в домах Ревиду Слободе Фрайде. И будете удивляться к Ременту Фрайде, и многие скажут: как пойду в этот дом или иной, если не знаю их наречия и языка. А я говорю, когда будете близки со мной, Дух Святой откроет ваши уста, и будет изрекать слова, которых не знаете, и буду говорить сердцам этого народа, говорит Господь, и будут открываться сердца Роману Слободе Фрайде, и будет еще великое покаяние, говорит Господь. Но как приготовится мой народ Ревиду Слободе Фрайде, когда все хорошо, когда суета к Ревиду Слободе Фрайде завладела сердцами многих, говорит Господь, Роменту Слободе Фрайде, потому будут и допущены эти законы, чтобы мой народ был очищен и был в полном припоясании, говорит Господь. Потому когда зовут вас на это место, всегда приходите, потому что здесь будете настраиваться на голос Духа Святого. И когда позову в то или иное место, те, кто откроет ухо свое, те уразумеют и поймут замыслы мои к Ременту Фрайде, и послушают зов мой к Ременту Фрайде, и откликнутся, и пойдут на то место, которое не обжитое для них, новое, говорит Господь. Но я Бог всякого устройства, я расселю и я устрою, говорит Господь, ибо это великое мое намерение к Роменту Слободе Фрайде. Сначала я собрал много народа на этом месте к Ременту Слободе Фрайде, но сейчас уже начинается это сеяние, говорит Господь, а многие осуждают Роменту Фрайде и говорят: вот они покинули это место пристанища. А я говорю к Ременту Слободе Фрайде: не осуждайте таковых в сердцах Ревиду Слободе Фрайде своих, потому что я посылаю к Роману Слободе Фрайде, и многих еще пошлю, и многие рассеются, чтобы продолжать дело мое к Ревиду Слободе Фрайде, говорит Господь. Потому что есть такие места к Ревиду Флайде, что никто не хочет сейчас туда пойти или поехать, но я расселю к Ревиду Флайде, чтобы посеялось мое слово, и чтобы были еще там плоды, говорит Господь. Потому что жатва и жатва моя близко к Роменту Слободе Фрайде. И будьте готовы
на то, что Верит Флайде говорит Господь, что когда я припоешу к Ревиду Слободы Фрайда, пошлю и пойдете к Ревиду Флайде, кто послушает голоса моего, тот приобретет благо, говорит Господь. Аминь.